В первую очередь будет продолжен ремонт тех региональных дорог, которые был начат в 2019 году. Это такие дороги, как Череповец, Белозерск, Липин, Бор, Воскресенская, Иванов, Бор, Кириллов, Подес, Каду, Лекина, Шуйская, Тотьма, Никольск, Сохо-Харовск, Вожика. То есть это те дороги важные, которые связывают между собой центры, районные центры Вологодской области, так называемые маршруты, которые входят в опорную сеть.